Друзья, всем привет! Сегодня мы будем готовить очень сочное блюдо – курицу в полете. Для этого мы сначала смешаем с вами специи. В емкости я добавила 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки приправы для курицы, 2 чайные ложки паприки, неполная чайная ложка сушеного чеснока и немножко черного молотого перца. В том случае, если у вас не острая приправа для курицы. Затем берем промытую обсушенную курицу и хорошенько натираем ее смесью этих специй. Как снаружи, так и снутри. Тщательно-тщательно всю курицу прям вот натираем хорошенько. Все, курица готова. Теперь берем противень, застилаем его пергаментной бумагой. Так нам его легче будет мыть потом. Теперь берем бутылку пива, стеклянную бутылку светлого любого пива, отливаем буквально полстакана пива, даем мужу. Так, и что мы делаем теперь с курицей? Курицу сажаем на бутылку с пивом. Вот таким образом. И все это отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. И в зависимости от того, большая у вас или маленькая курица, там она у нас будет час-полтора. У меня курица большая, и была она у меня там полтора часа. Достаем вот такую вот красоту. И смотрите, все, что натекло, противень у нас чистый, достаточно будет просто обтереть. Сейчас чуть-чуть остынет, снимем, и я вам покажу, как она приготовилась. Смотрите. Куриная грудка полностью готова и очень-очень сочная. Сок с нее прям течет. Эту курицу очень любят даже дети. Друзья, я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравилось видео. Пишите комментарии. Всем здоровья и удачи. Пока-пока.